мое последнее выступление. Я скопил 100 тысяч долларов. Вау! Я открою свой собственный клуб, и это будет бомба. На помощь! Помогите! Нас ограбили! Нас ограбили! Ладно, все, успокойтесь, Виола Дэвис. Человек, которого я любил, сбежал, и правда в том, что я совершенно разорен. Ты все еще звезда, Роберт. Отправляйся в путь и делай то, что умеешь лучше всего. А что это за маленькое мисс Счастье? Я его телохранитель. Вот как? Так что там с ребенком? Как он вообще попал в твой фургон? Мать и Джей, дела у нее идут так себе. Я драг-квин в турне по всей стране, так что если ты не пара резиновых сисек, тебе не место в моем фургоне. Отвези меня в Техас или скажу официантке, что ты меня лапал. Давай, валяй, она меня знает и ни за что не поверит. Мисс, это так, человек... Так, стой, стой. Она не так хорошо меня знает. Ты как та кукла Чаки. Только не столь милая. Пристегнись. Однобоких не бывает, Эй-Джей. Люди устроены сложнее. Как я выгляжу? Как будто тебе надо поесть. Ничего, я научусь тебя любить. Я не готов попрощаться. Думаешь, если бы Роберт был достаточно сильным, он бы нуждался в Руби? Руби спасла Роберта. Да где ж моя корона? Это шоу-бизнес, малыш. Не все же время, когда Дайана Росс на Фелт-форуме. Что за Дайана Росс? Как ты смеешь?